едем в деревню на плавок во вьетнамскую. Очень современная, с интернетом, со школой. Но это все случилось совсем недавно, за последнее время. Директор компании, этой компании, которую мы используем для путешествия, Индочайна Джан, он очень много приложил усилий для того, чтобы изменить там ситуацию многолетнюю, уже многовековую в этой деревне. Что, например, что мусор они собирали, они выбрасывали в море. Вот, чтобы там сделать школу для детей. Ну, с помощью различных благотворительных организаций делать все это. В общем, современная получилась деревня, рыбацкая, на плаву, но со всеми моментами цивилизации, необходимыми для жизни.